Второй год подряд в пикник-парке проходит фестиваль «Жарки на углях» и барбекю «Грильфест», который собирает лучших шеф-поваров, чтобы они показали свое мастерство. Это кардинально другой проект уже, вы видите, более масштабный. Мы растем, развиваемся. В этом году мы специально сделали площадку для нашего фестиваля. В этом году у нас командный зачет. В этом году у нас и Липецк, Курск, Воронеж, Москва. Команды растут, команды хотят приезжать сюда, хотят участвовать. И, в принципе, даже, можно сказать, бьются за право попасть и соревноваться среди лучших. В этом году за право называться мастерами гриля посоревнуются 10 команд в трех номинациях. Это десерт, блюдо из цыпленка и блюдо из свинины. И жаль, камера не передает запахи. Они здесь великолепные. Каждая команда делает 4 порции. 3 членов жюри и одну вот сюда на демонстрацию зрителям. Зрители стоят, давятся слюной, но есть нельзя, только фотографировать. Этот фестиваль не просто какое-то обыденное вещь, это событие. Событие, и на самом деле событие вкусное, интересное и необходимое. Особенно в таком месте, как Белка. Я всю жизнь отдал гастрономии, я работаю больше 50 лет, и мне так счастливо, что в наши годы, в наше время вот это возможно. Когда я начинал, ничего подобного не было. Наш небольшой дождь, который сейчас спустился на пикник-парк, не помешал участникам приготовить их изысканные блюда. Александр Кобылкин, Селфи Ньюс, специально для Мира Белогорья.